Друзья, мальчика нельзя кантовать. У него сломан таз и отбиты легкие. Полы теплые здесь с подогревом, поэтому он лежит, как ему удобно. И мы потихонечку стали его подстригать, потому что он очень в колтунах весь. И сейчас надо его всего-всего это обстричь все. Вот это надо срезать все-все-все. Потихонечку начали, но ему больно, поэтому мы стригем очень осторожно кусочками. А так мальчишка замечательный. Хороший мальчик, да? Скалится, когда трогаем попу. Хвостик пытались подстригать, он скалился сильно. А когда спинку начали подстригать, он терпит. Он хороший мальчик у нас. Сейчас капаем. Капаем мы его два раза в день понемножечку. Потому что легкий отек, капать много нельзя. Ну все, деточка, выздоравливай.